Мы зашли в чужую страну, хозяйничали, строили дома, использовали рудники. Сейчас хозяин территории говорит: уходите. А мы отвечаем, что это не входит в договоренность. Как передает канал 13, об этом глава холдинга «Антарес» Армен Мартиросян написал в Facebook, подчеркнув, что оккупанты хозяйничали на территории чужой страны 26 лет. И это ваш уровень. А вам понравится, если я свой письменный стол поставлю у вас дома, задается вопросом автор публикации. Впоследствии и посты страницы автора были удалены.